Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Летом прошлого года известная певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой петербургский бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев. Разница в возрасте между супругами составила 19 лет. Однако 36-летний возлюбленный певица доказал поступками, что достоин руки и сердца знаменитости. Руднев подарил невесте помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого составляла более 600 тысяч рублей. После свадьбы, уже будучи в статусе мужа, Валерий подарил супруге ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов рублей. Однако, как недавно стало известно, петербургский бизнесмен Валерий Руднев оказался в финансовых трудностях. Руднев владеет несколькими ресторанами в Москве и Петербурге. К февралю 2024 года он задолжал налоговой службе более 700 тысяч рублей. Правда, два года назад он выплатил долг на сумму более миллиона, но теперь ситуация усугубилась. И как недавно стало известно, у мужа Булановой долги перед банками куда больше, чем перед налоговой. На сайте Федеральной службы судебных приставов у Руднева аж две страницы судебных производств. Около 9 миллионов рублей Руднева обязан выплатить за кредиты. А после того, как новости о финансовых проблемах мужа Булановой появились в СМИ, певица встала на его защиту. Журналистам она заявила, что не намерена выставлять на всеобщее обозрение финансовые проблемы семьи. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!